M1 Global presents. С победой! И, наверное, у большинства любителей единоборств бойцы из Кореи в первую очередь ассоциируются с тэквондо, ударным видом. Значит ли это, что у вас все-таки главная цель была доказать свое превосходство в партере? Главная цель была победить, прежде всего, неважно, в партере или это будет стойкий нокаут или болевой на руку. Просто это мой третий бой в М1, и два боя до этого завершились не в мою пользу. Я проиграл два боя решения, но этот бой должен был мне, неважно, любой ценой, я должен был его выиграть, чтобы продолжать свой путь бойца. И я планирую здесь задержаться надолго и дойти до пояса, если такая возможность будет. Неудача в двух предыдущих боях, это было главной причиной, то, что первые, наверное, минуты полторы вы с противником так достаточно присматривались друг к другу? Возможно, да. Как обычно, все бои начинаются пристреливанием, как вы говорите. Все нужно друг друга прощупать, каждого свои слабые и сильные стороны, побороться. А затем во втором уже раунде, либо в конце, в половине первого раунда уже начать работать так, как тебе нужно. В первом раунде, когда вам удалось перевести, да, в общем-то, и во втором, когда удалось перевести борьбу вниз, добивать пытались ударами в корпус. Просто не получалось добраться до головы, что в итоге принесло успех, или была какая-то другая причина? Причина была в том, что да, он закрывал голос, обвязал мою ногу, и тем самым он прижался к своей ноге головой, тем самым открыл затылок, а в боях по затылку бить нельзя. Поэтому мне пришлось... Корпус был открыт, я бил по корпусу. Затем я почувствовал, что его силы покидают. Я просто оттянул голову и сделал ground and pound, добивание руками. Была все-таки определенная опаска, что соперник даже лежа на спине мог провести какой-то контрприем, или чувствовал, что его главная задача была связать вас? Его главная задача была меня связать, ни в коем случае не какие-то приемы делать. Он хотел просто выбраться и подняться в стойку. И это мое личное мнение. M1 Global presents.